Всем добрый день из прекрасной Грузии. Сегодня мы прогуляемся по старому Батуми и побываем в нескольких парадных, которые хранят историю города, такой, какая она есть, непреукрашенной. Посмотрите, какая красивая лепнина. Это очень старый-старый подъезд. И мне кажется, что вот это стоит дата. Смотрите, какой пол красивый. Это еще один подъезд в Батуми. В старой части города находится. Посмотрите, какие лесенки. Они уже от старости стерлись. Тонкие-тонкие стали. Еще здесь красивая плитка напольная. Я уже все знаю, сейчас вам покажу. Ну, мне кажется, что она красивая. Конечно, есть и покрасивее, но это тоже интересная. Она очень-очень старая. Вот такой ветхий дом. Я только что обратила на него внимание, хотя каждый день здесь прохожу. Он уже полуразрушенный, но здесь еще есть две квартиры, в которых живут. Давайте посмотрим подъезд. Тихонечко.
Ну и вот такой красивый вид с балкона. Очень жаль, что дом в таком состоянии. Та часть, которая уже разрушена, закрыта фанерой. И висит вот такой замочек. Там уже опасно ходить для здоровья, поэтому мы туда, конечно же, не пойдем. Ну и раз там закрыто, значит, делать там нечего. Ну что, идем дальше? Как всегда, вот такие красивые двери. Первый раз такой тоже вижу. Так интересно. Такая высокая-высокая лесенка идет наверх. Когда поднимаешься, там всего одна квартира на площадке. Очень необычно.